У ДТЗ под Калинковішамі загинули 5 человек. По попередней информации, авария отбылася сегодня каля 11 годин раницы на трассе М-10 Гомель-Кобрин-Калинковичи. Предварительно установлено, что сегодня на 176-м километре автодороги границы Российской Федерации Гомель-Кобрин водитель автомобиля Volkswagen Transporter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом. 5 пассажиров микроавтобуса, все женщины, скончались на месте происшествия. Водитель микроавтобуса доставлен в реанимацию. На месте происшествия работу следственно-оперативной группы координирует начальник управления Следственного комитета по Гомельской области. Больше подробная информация о наших наступных выпусках.